Предположим, что мы хотим построить пай-чарт по продажам. Добавим продажи в показатели и добавим категории товаров в цвет. У нас получился пай-чарт, но хочется в подписи вынести значение процента, а также сразу подписать непосредственно на самом пай-чарте те категории, которым вынесены эти значения процента. Давайте это сделаем. Для того, чтобы это сделать, создадим расчетное поле. По сути, мы хотим создать текстовый показатель, который бы соединял в себе название категории и процент продаж, который приходится на эту категорию. Так как мы будем использовать показатель, поэтому нам понадобятся агрегированные значения. Поэтому давайте добавим максимум от категории товаров. А в целом здесь могла быть любая агрегация, не только макс, мог быть и мин. Нам просто важно взять одно значение из той категории. Так как категория у нас уже есть в виде, то это значение всегда будет равно самому значению категории. Дальше мы добавим двоеточие для того, чтобы отбить название нашей категории от процентов. А после рассчитаем значение процента. Чтобы посчитать значение процента, мы будем использовать оконную функцию. Сначала просто возьмем сумму продаж и разделим ее на сумму продаж, но используя модификатор total. Также, так как это численное значение, а это строка, нам понадобится превратить это значение в число. Поэтому мы округлим его и превратим в строку. Нам останется только умножить это все дело на 100 и добавить значение процента для того, чтобы это было понятно, что это процент. Таким образом, у нас получился текстовый показатель, и мы можем кинуть его в подпись и посмотреть, что получается. Дальше, так как мы уже подписали непосредственно категории на самом значении пай-чарта, то мы можем скрыть легенду. Таким образом, у нас получилась удобная подпись, не надо бегать глазами к цветовой легенде, и также мы сразу видим значение продаж. Это хороший способ для оформления пай-чартов.